И все время спотыкался, все время никак не мог твердо встать на лапы. Мадрид после вчерашней победы в мадридском дерби. Сегодняшний матч принимает Львов Баскик на Нуэво Сан-Мамес в 23-м туре чемпионата Испании. Вот такой крышество на стороне Барселоны. Чего не скажешь о матчах в Бильбао. Здесь Барселона в Бильбао. У него был юбилей, 55 лет стукнуло наставнику Барселоны. Он прошел через тех самых Львов в Бильбао. Гаиско Гаритано чувствует себя сейчас мел. Иньяки Уильямс получает приз как лучший игрок января в Ла Лиге. Классико в Бильбао. Атлетик Барселона понеслась. Или, как говорят в Испании, или, как говорят, вопросы по работе испанских арбитров остаются. Чего стоит только вчерашний матч в Мадриде. Наполнял в Ливерпуле. Непринужденно, хладнокровно, расслабленно, делая там из 5-5 такие передачи Филиппа Кутиньо. Пока в Барселоне у него это не получается. Неудачно играет Артуро Видаль. И контратака может получиться у Бильбао. Удар хороший вдаль угол. Ух, как сейчас приложился Юрий Берчичи. И свой день рождения мог подарить себе вот такой замечательный гол. Ворота лидера испанской премьеры. Бывший игрок Пари Сен-Жермен вошел в штрафную и с левой смачно пробил. Можно сказать, что подставил Пике этой передачей Видали. Но Видали мог сыграть не в одно касание. Он в августе 16-го 1-0. Ну, последний раз, когда вот Бильбао так... он родился, здесь начинал свою игровскую карьеру. Играл за Бильбао Атлетик. За сам Атлетик Бильбао. За основную команду практически не играл. Как-то так и не сложилось. Здесь вот Суареса мяч на поле покидает. Ну а что касается тренерской работы после Эйбора, были не самые... Иньяки Уильямс. Будет удар или нет? Сусаета. Удар! И Терштеген! Какое спасение дали Сусаете. Поднять голову, прицелиться, пробить слева и как в замедленном кино, такой слоу-мошен повтор. Смотрите, как летит Терштеген ближней рукой. Касается этого мяча, и мяч так медленно опускается не в ворота, а на сетку за перекладиной. Хорош. В этом матче подача Терштеген. Дотянулся до мяча, и от его руки мяч уходит на третий угловой ворот Барселоны. Там активно мешал Рауль Гарсия. Ну, он просто стоял рядом с Серхио Бускетсом. Но, знаете, даже не просто стоял, а руку там вверх поднимал, дезориентируя голкипера. Но арбитр пришел. Для краткосрочного анализа подача. Суарес не попал как следует Луис по мячу. После передачи Месси у него... Голова поднята, мяч под левой. Ну, Бильбао здесь, конечно, не доработал. Потому что, когда вот так мяч у Месси под левой, он, конечно, исполнит. И он и исполнил. Просто Суарес пока бежал, видите, искал эту возможность, чтобы с мячом встретиться в правильной точке. И чуть-чуть. Виньяд мяч перехватил. Сусаета, прострел, момент. Рауль Гарсия через себя. Как сейчас сориентировался Рауль Гарсия. Он же не просто так себе мяч подбросил, а именно... для того, чтобы пробить бисеклетой. Именно для того, чтобы пробить через себя. Терштеген сам сломал, сам починил. Смотрите, оп, подбросил. И красиво. Но Терштеген мяч. Месси, какой пас Семеду! Семеду не видел вратаря. Месси! Перекладина. В этом челлендже побеждает Лионель Месси. Правда, он пробил после свистка, и если бы мяч оказался в воротах, то он бы не был засчитан, потому что Нельсон Семеду положения игры не было вообще никакого. А, видимо, в атаке пропускает мяч на Вильямса партнер. Это был Рауль Гарсия, удар с левой ноги. Вот Юрий Берчичи и очередной угловой. Вот-вот, игра открывается. Да, пока такой жары, пекла нет, чтобы открыть все окно. Ну и вот, Биньяд, добрый вечер. Игрока Атлетика Суарес не посмотрел налево. Там был один Семеду. Он видел только Месси. Удар в ближний угол. И вот он, первый удар в створ Барселоны.
Месси пробил с отскоком от газона. Яго Эрерин на месте. Хороший удар со своей линии. Сусаета. Подача. Доходит мяч. Удар. Вот момент с подачей Сусаеты. Ну, конечно. Конечно, мяч от ноги. Разумеется, от ноги Серджо Роберто мяч ушел за пределы поля. Но в таких случаях ВАР не работает, конечно, но... На этом заканчивается первый тайм. Очень осторожный, очень такой нервный, очень градный. Традициям Барселона гостит в Бильбао. У Атлетико Бильбао. Бильбао был почетче и поорганизованнее в первом тайме. У Барселоны, я думаю, что если бы была возможность сделать не три сам на себя, но как только поплотнее команды играют против Барселоны, так и Коутиньо, так и Суарес, так и многие другие. Какая была явка. Серджио Роберто подает. Суарес сбрасывает мяч. Рука была же, по-моему. Дельсера Гранде не подсказывает. Давайте смотреть. Подача. Ну, мяч попал здесь в руку. Действительно, Оскару Ду Маркосу. В центр и попытка выйти на ударную позицию. Но не получилось. Месси на коротке. Падение. Опять все ясно. А вот здесь мяч играет Иниго Мартинес. По-моему, даже не играет в мяч Иниго Мартинес. И сбивает откровенно Лионель Месси. Получается. Месси. Вот он успел мяч обработать и развернуться. Это желтая карточка должна быть. Это жесткий подкат Дани Гарсии. И Карлос Дельсера Гранде тут как тут. Следующий матч Дани Гарсия пропускает. А он у Атлетико Бильбао против Уэски. Следующий 27 метров до ворот. Удар выше ворот. Мяч проходит над перекладиной. Идет пристрелка. Месси разочарован. Ну и Эрерин все контролировал, да. С такого разбега и с такой дистанции, таким ударом забить непросто. У Барселоны игроки в желтой форме. Месси. Передача на Коутиньо. И очередной пас. Еще раз смотрим. Да, Дани Гарсия сыграл против Коутиньо чисто. Даже непонятно, чего не хватает Филиппа Коутиньо. Ведь он по стилистике абсолютно барселонский игрок. Вот говорят, что Барселон и Муньянин с капитанской повязкой. Придерживал Юрий Берчичи. Первая, чуть ли не первая контратака. Бильбао, удар Сан-Хосе. Вот сейчас Барселоне повезло. Какое искушение было у Сан-Хосе пробить, да, по этому катящемуся мячу. Берчичи здорово его увидел. Здесь в вакуум просто соперник в спину. Но не тут-то было. Какой удар, да? Сан-Хосе туда в дедушку пробил. Метил в ворота, попал в дедушку за воротами. Гаиско Гаритано уже готов был радоваться. Вместе с 48 тысячами болельщиков на этом стадионе. Лангле, классный пас на Коутиньо. Устоял Коутиньо. Это желтое. Но это грамотное желтое. Оскар Ду Маркос ее получает. Он понимал, что если Коутиньо сейчас от него уйдет, то все, пишите письма. Дальше уже на скорости Барселона. Иньяки Уильямс вот туда ему бросает, чтобы ты пробежался. Это Иньяки Уильямс. Это желтое будет для Лангле. Просто не мудрство и лукаво. Туда Муньяин бросил мяч Иньяки Уильямсу, чтобы он побегал наконец. Иньяки Уильямс, видите, как аккуратненько себе мяч пробросил. Не без доли везения, потому что мяч от ноги Лангле в ногу. И там аплодисменты болельщиков. Подача! Как повезло сейчас Барселоне. Потому что Терштеген уже полетел как на пожар и непонятно куда.